Во времена моего детства на вопрос, какая у тебя операционная система, люди отвечали Pentium 4. С появлением мобильных операционных систем Android и iOS и развитием публичного противостояния между Apple и Samsung, все больше людей узнало понятие операционная система. Но я считаю, что для полноценного осознания чего-либо нужно понимать причины появления. Поэтому давайте глянем в историю программного обеспечения. Когда-то компьютеры занимали целую комнату, но выполняли только одну задачу в одно время. Под задачей я подразумеваю прикладную программу, то есть программу, с которой работает пользователь. Допустим, ваш браузер, почтовый клиент, текстовой редактор или игра. Все это прикладные программы. Так вот, как правило, компьютеры стояли в институтах, и работники могли долго ждать, пока до них дойдет очередь работать с компьютером, как в семье, где 10 детей и один компьютер. Со временем мощности компьютеров росли, и была необходимость выполнения нескольких задач последовательно или параллельно, а также возможность работать нескольким пользователям одновременно. Появилась концепция разделения времени, так называемый тайм шеринг, на основе которой создали служебные программы, которые решали вопросы многозадачности. Со временем такие служебные программы стали приобретать все больше функций. Если раньше программы взаимодействовали с оборудованием напрямую, то теперь часть задач брали на себя служебные программы. Они стали эдакой прослойкой между прикладными программами и оборудованием. Набор этих служебных программ начал называться операционной системой, одна из первых реализаций которой называлась Multics. На ее идеях создали Unix, который задал стандарты для современных операционных систем. Операционная система – это прослойка между прикладным программным обеспечением и оборудованием. Но и операционная система можно разделить на три составляющие. Ядро. Существуют разные типы архитектур ядер. Я рассмотрю модульный вариант, который используется для Linux. Ядро – это программа, отвечающая сразу за несколько важных функций. Одна из основных называется «Планировщик задач» часть ядра, отвечающая за многозадачность, решающая какие программы, когда посылать на исполнение процессору для максимальной производительности и эффективности работы, тот самый тайм-шеринг. Часть ядра занимается оперативной памятью, решает когда и что загружать или выгружать из оперативной памяти. Также ядро отвечает за непосредственную работу с оборудованием за счет специальных модулей, называемых драйверами. Когда прикладное ПО хочет работать с оборудованием, допустим, игра хочет обработать какие-то данные и вывести на экран изображение, она обращается к ядру, а ядро пересылает запрос через драйвер на видеокарту. У ядра есть и другие функции, но на пока этого достаточно. Системные библиотеки. Администраторы с библиотеками практически не работают, но все же стоит знать о них хотя бы поверхностно. Программы частично хранят часть кода, функции или данные в виде специальных файлов, называемых библиотеками оболочка и утилиты. Одна из важных функций операционной системы – дать пользователю интерфейс взаимодействия с компьютером. Интерфейс может быть как графическим, так и текстовым. Не стоит думать, что текстовой интерфейс – это какое-то окно в скрытый мир компьютера, через которое вы можете делать с компьютером все что угодно. Да, текстовой интерфейс, как правило, несколько функциональнее графического, но его писали люди для людей, и функции у него как у графического интерфейса – дать возможность запускать программы, работать с файлами и тому подобное современные операционные системы содержат сотни небольших программ, называемых утилитами, которые могут служить как для самой системы для каких-то внутренних задач по обслуживанию, так и для пользователей для какого-то базового функционала, а также для диагностики и решения проблем. Коммерческие компании, которые разрабатывают операционные системы, дают название своим продуктам Windows, macOS, Android или iOS. Но в случае с GNU Linux все сложилось несколько иначе. Ядро, называемое Linux, разрабатывают одни люди, точнее даже сказать тысячи людей и компаний, а библиотеки и утилиты сотни других людей и компаний. Что-то осталось еще с 80-х, а что-то появляется и исчезает каждый год. Как правило, какие-то базовые утилиты разрабатываются организацией GNO, а большинство остальных утилит или оболочек выпускается под лицензией GNU GPL, даже ядро. Есть люди и компании, которые берут эти компоненты, соединяют и получают операционную систему в готовом виде, которую называют GNU Linux. Но у разных людей свои видения и свои цели. И в итоге получается много разных вариаций этой операционной системы, которые называют дистрибутивами. Ubuntu, Debian, CentOS, Red Hat, Enterprise Linux. Все это дистрибутивы, которые используют программы GNU и ядро Linux. Есть дистрибутивы, которые отличаются только набором предустановленных программ и настройками графического интерфейса. Есть дистрибутивы, в которых абсолютно разный подход к обновлениям, поддержке, даже наличие каких-то специфичных программ. Современные операционные системы для персональных компьютеров, как правило, распространяются в виде специальных файлов с расширением ISO. Этот файл, так называемый образ диска, содержит программу установщик операционной системы, и для установки его следует записать на диск или флешку и загрузить компьютер с этого устройства. И хотя есть возможность поставить несколько операционных систем одновременно, ошибка при установке может привести к потере данных. Поэтому к процессу установки следует относиться очень серьезно. Я буду рассматривать установку операционной системы в отдельном видео. Как правило, дистрибутивы GNU Linux можно скачать с официальных сайтов дистрибутива бесплатно и без всяких регистраций, а коммерческие операционные системы предоставляют доступ к этому файлу только после покупки лицензии, специального документа, разрешающего использование копий программного обеспечения. Некоторые операционные системы жестко привязаны к определенному железу, как например macOS, но большинство ставится на различные оборудования при наличии драйверов. Про операционные системы GNU Linux можно говорить очень-очень много, поэтому я сделаю стрим, в котором буду обсуждать многие темы, которые не затронул в этом видео. Тут же я дал только минимально необходимую информацию для понимания.